Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Текст по книге «Великие музеи мира». Блюдо с изображением всадника. 9 или 10 век. Фаянс под глазурная роспись. Диаметр 22. Данное блюдо было найдено во время раскопок древнего города Нишапур, одной из столиц империи Саманидов в 9-12 веках. Сейчас это территория Ирана и Узбекистана. В манере исполнения этой работы переплелись традиции различных народов, населявших Персию. Для области, где преобладали военные и кочевники-торговцы, изображение всадника очень характерно. Композиционно фигура расположена строго симметрично, герой смотрит прямо на зрителя. Однако общая трактовка не портретная и реалистична, а наоборот, крайне причудлива, декоративна и несколько отвлечена. Весь рисунок состоит из силуэтно исполненных геометризированных почти абстрактных фигур, но потрясает богатством орнаментальной выдумки, большим количеством нарядных деталей. Буквально вся поверхность блюда заполнена птицами, цветами, крестами, арабской вязью. Гамма изделия ограничена тремя цветами – черным, желтым и синим. Тщательность отделки и идолоподобная поза всадника делают эту работу настоящим произведением искусства, символа той эпохи. Вот такое описание я нашел в книге «Великие музеи мира. Блюдо с изображением всадника». Пока-пока, до свидания.